Не успели иркутяне присытиться ласковой и по-настоящему весенней погодой, как природа напоминает, что мы живем в условиях резко континентального климата. 14 марта в Иркутской области ожидается сильный ветер до 15-20 метров в секунду, снег и метели. На Байкале порывы достигнут 30 метров в секунду. Жителям областного центра повезет чуть больше, осадков в городе не ожидается, а вот холодный ветер будет.